Известный краснодарский ансамбль «Казачья душа» – замечательный пропагандист традиционной народной культуры Кубани. Но на этом их творческие интересы не ограничиваются. Во время месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания артисты представили на суд юных зрителей очень интересную и важную для них программу – «Сталинград. Битва за будущее». В зале городского дома культуры яблоку было негде упасть. Учащиеся школ города и района с интересом смотрели на сцену. В ходе программы артисты рассказывали детям о подвигах их прадедов, старались воссоздать детали великого сталинградского сражения, когда наши воины переломили ход самой страшной в истории человечества войны. В этот день немецкая авиация совершила более 2000 вылетов. Бомбы разрушали предприятия, уничтожали пристани, жилые дома, культурные ценности, нефтебаки и нефтехранилища. Казалось, что горит не только город, горит сама Волга. Пламя пожаров поднималось на несколько сот метров. Тучи дыма и пыли резали глаза. Город был превращен в развалины. Под руинами погибло свыше 42 тысяч жителей. Взволнованный рассказ на основе реальных исторических фактов чередовался с прекрасными песнями о войне. Ребятам еще раз напомнили о легендарной победе в Сталинграде, которая на века стала примером мужества и стойкости нашего народа. Художественный руководитель ансамбля «Казачья душа», народная артистка России Татьяна Бочтарева уверена, что такие программы очень нужны. Я считаю, что детей нужно именно просвещать и рассказывать о том, что пережили их деды, которые принесли нам великую победу. Вот. И у нас есть целый цикл программ, которая называется «Если бы не было войны». Чем дальше от нас раскаты грома сражений Великой Отечественной, тем бережнее мы должны хранить в памяти свидетельства подвигов. Поэтому и готовят новые программы, и показывают их по всему краю артисты. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».